Эпизод 3, ребята, усмирение. Как мы поняли, отряд Дельта уничтожен. Остались как только ваша мы. голова? Он в порядке. Да башка у меня нормально все. Мы расшифровали данные. Это список адресов. Два как раз в вашем районе, третий в Оберне. У нас две цели. Отдел биологических разработок Армахема и их архивы. Я буду координировать наши действия с Дельтой. Чен, займитесь архивом. Сержант, на вас разработки. Оставайтесь на связи. Постарайся больше не вылетать из окон. Ну, как получится. Я же виноват. Эпизод 3, ребята, причувствую. Мы под обстрелом! Давай, тут еще кнопку кого-нибудь. Давай. Черт! Капитан, здесь слишком опасно. Найдите другую площадку. Смешно, конечно. Смешно, конечно. Чтоб я сдох. Там было прям. Ладно, окей. Ты что-то наделал с собой, нет? Мы так и будем, по пуле. Доложите обстановку. У нас тут до черта клонов и солдат Армахем. Сцепились на площади, а мои люди попали в эту мясорубку. Мы собираемся навести там порядок. У вас есть задание. Вперед! Со мной! Идем. Нифига ты чудишь. А мне куда? Да хорош трястись меня. Сюда что ли? Все по разным углам пробежались. Ну, да ладно. Можно попасть под трибунал жесткий. Ты живой там, братан? Все. Не лезь там сильно никуда. Аккуратнее себя ведите. Всяко может быть. Бред, блядь, самый натуральный. Просто бред.
все умираете, ребята? Ну вы же спецназе, блин, все-таки слушайте, а? Я же не могу вас всех вот защищать-то. Чего вы так ложитесь-то, ребята? Ну как вот так-то, а? Нельзя же так себя не беречь-то. Что между собой просто дальше, да? И свои, и чужие тут. Здорово. Дальше не едет. Так, у нас он один, да, чувак этот с нами. Надо постараться его сохранить живых. Хотя, может быть, он, наверное, на лифт побежит. Всякое бывает. Музыка будет?